Всем привет! Зимняя рыбалка в Петербурге – это, конечно же, корюшка. Небольшую рыбку семейства корюшковых еще называют огуречной, потому что запах она имеет специфический – огурец с огурцом. А вот столько желающих поймать вкусняшку. Рыбка стайная и ловится обычно от 50 до 200 штук за рыбалку. Ну, прямо как у нас тут в мешочке. Ну а сегодня было минус 20 с ветром и снегом. И улов у нас вот такой. Всего-то 20 штучек. Но мы не унываем, ждем весны, когда пойдет корюшка на нерест. Тогда больше одной удочки вообще брать не нужно. И то успеть бы повытаскивать. И в это же время в нашем городе проходит праздник корюшки. Приезжайте посмотреть, если что. Ну а пока что не так все плохо. Корюшка жареная выходит с хрустящей корочкой, летит быстрее семечек. Ну и вроде не так и мало вышло. Всем пока, пошла есть вкусняшку.